После тысячи лет эволюции наша цивилизация наконец поняла, что все идет к концу. Наше общество застыло. Ослепленные богами потребления, мы не видели, что на нас несется огромная угроза. Запертые на наших работах, мы забыли посмотреть на нашу судьбу. Мы последовали за неправильными лидерами. Мы не смогли преуспеть вместе. Но в моем видении, проходящая через наш хаос, была эта гигантская машина. Вскоре страх сменился трепетом, потому что я увидел что-то, и это было невероятно. Какая смелость тебе нужна, чтобы сохранить надежду на будущее, когда все уже потеряно? Но сейчас у него было мало времени. Он побрел сквозь наш шедевр опустошения. Он нашел землю, превращенную в монстра. Монстра против болезни, которой мы были. Встречал природу, которую мы сожгли. Он увидел мир, который мы напрасно запутали. Он увидел эти земли, которые мы украли. В чем смысл этих невидимых линий? Мы использовали их для защиты нас от самих себя. Мы покинули планету, полную угроз. Это была мечта. Моя мечта. Но у меня все равно есть надежда, что как-то мы выживем. Я не хочу, чтобы мы сражались друг с другом за процветание. Я хочу, чтобы мы сражались за все, что мы оставим позади. После коллапса